господин президент! Генерал Плавниковский, что же вас привело в Белый дом? Мы обнаружили главного террориста Осаму бин Хабиби. Это хорошие новости! Как же нам с ним разобраться? Я предлагаю отправить морских котиков. Они лучшие, что у нас есть. Хорошо, но сперва мне хотелось бы лично рассказать им о деталях миссии. Они уже здесь! Морские котики! Становитесь! Это что еще за херня? Это наши морские котики. Я не понял, они настоящие котики? Да, господин президент, это морские котики. Чего вы еще ожидали? Я не знаю, генерал Плавниковский, может, морских людей? Ну тогда бы их называли морскими людьми, сэр, не морскими котиками. Господин президент, нам поступила информация, что Осама бин Хабиби, возможно, переедет в неизвестное место в следующие 24 часа. Мы отправляем котиков или нет? Что будем делать, господин президент? Хорошо! Отправь этих чертовых котиков, поскольку это лучшее, что у нас есть. Но если они не справятся, генерал Плавниковский, нам всем хана. Не волнуйтесь, котики вас не подведут. Проваливайте уже из моего офиса и завалите этого чертова террориста! Разберитесь с ним, котики. Нам всем хана! Где-то на Ближнем Востоке. Господин президент, котики вот-вот пересекут границу Пакистана. Давайте, ребята, это год выборов. Меня с потрохами сожрут из-за того, что не построил стену. Так они приблизились к точке высадки. Боже мой, боже мой, боже мой. Готовность, 30 секунд. Так, котики высадились. Начинаем вторую фазу операции, господин президент. Боже мой, боже мой, боже мой! Ликвидировано. Бум. Боже мой, они и вправду это делают. А я вам говорил, эти котики лучшие в мире. Просто невероятно. Котики могут говорить на арабском? Сэр, они проходили тренировку. Но они могут говорить на английском? Ну, они морские котики, сэр, а не люди. Как они могут говорить на английском? Это невозможно. Забудьте, давайте просто вернемся к миссии. И как он стал нашим президентом? Хабиби мертв! Да! Это что, правда сработало? Че? США! За что за бабуйня? США! Ну что, полагаю, что я вручу эту медаль почета этим настоящим морским котикам за убийство самого разыскиваемого террориста Америки. Так что, мои поздравления.
стен, гляньте, у нас тут пара черных ястребов летят поздравить котиков. Так, я не слышу никаких черных вертолетов. На 10 часов. Знаете что, я думаю, что не пойду на второй президентский срок. Ну его. Озвучено по версии «Время горячей озвучки».